Главный вопрос, ты в игре или не в игре? Чего? В какой еще игре? Не надо вопросов, просто отвечай, в игре или нет. Ладно, тогда я не в игре. Прости, Ракета, но ты уже давно в игре. Я вот не помню, а мне еще могут понадобиться эти штуки? Фигню в убежке я уже построил, а щитки я уже починил. Вроде как будто бы нет. Эти наборы мастера вообще не подбирать больше, запомнили. Привет, Джованни. Хотел у тебя спросить, какая у тебя любимая карта в Таркове? А, любимая карта в Таркове? Красная, наверное. Ладно, шучу. Таковой нету, если честно. Мне все карты не нравятся. Мне нравились улицы Таркова, когда они только вышли. Но потом их начали расширять, и все, и пиздец. Сейчас сдаем этот кол медички. Вау-вау, плюс кейс для инъекторов сюда. Да, сука, сколько можно ее разбирать? Уже разобрал, блядь. Я уже 3 раза разобрал, твою мать. 12 часов. 12 часов. 2 шланга, набор, который я только что продал, и пена. Я ебнуся. Блин, чё, в лесочек сходить без брони? Надо каким-то чудным образом там плату одну найти. Запомни, маленький Берсила, Юсек Могила. Запомни, маленький, мне похуй. Меня видишь? Видишь? Так, мне похуй. Между делом, если ты хочешь купить игру в Стиме или просто пополнить свой баланс, то крайне рекомендую сделать это на Купикоде. Ведь на Купикоде все прозрачно. Пополнение здесь проходит дешево, легко и безопасно. Все, что тебе требуется, это ввести свой логин. Пароль не нужен. Также не забудь воспользоваться промокодом JOINTRIG для более выгодного пополнения или покупки. А еще, если ты зарегистрируешься, для тебя откроется постоянный кэшбэк. Не проблема, если ты уже успел создать казахстанский аккаунт или турецкий. Ведь Steam можно пополнить на Купикоде как в рублях, так в тенге, так и в долларах. Ну и само собой разумеется, на Купикоде можно купить абсолютно любую игру Steam, даже если в самом Steam это невозможно. Для этого есть фильтр недоступного РФ. Ну а на десерт можно залететь в какой-нибудь розыгрыш или турнир, которые Купикод проводит регулярно. Если заинтересовал, ссылки в описании. Ну что ж, поехали! Охотник на охоте. Бля, только ушел оттуда. Блять, остановился. Короче, крутим. Сука, он просто остановился. Пишуля. Второй тип просто лег, наверное, или в кусте сел, я хуй знает. Я еще так закрутил, что уже труп первого хуй найду. Прикиньте, он предпринял решение отойти, я сейчас прям на него вылезу. Бля, так и есть, он в доме этом. Или это дикий в доме. Надо идти на эти выстрелы обязательно. Надо прям лететь на эти выстрелы. Помянем малого. Ебать, он набрал. Капец, даже полутаться где-то успел. Тут, кстати, раньше диких не было. Они раньше здесь не обитали. А, охуенно, меня убили. Реально круто. Четко в натуре. Фильтр по связи, направляющая на горностай. Соль. Соль буду целиться в рейде, найс. Мы списаны сырянин. Полетите и попасяйте. Колесо, полетю. О, погнали на избушке, попробуем чубзика закрыть. Бля, вот боту хорошую повесил, а чуваку что-то не повесил. Мне кажется, или его боты убили. Мне нельзя сильно близко к нему подходить, 80 метров надо. Угу. Понял? Понял. Хотя, по идее, дадут квест в лесу выжить без медицины, да, угадаю. А, не. Прятать говно. Братишка, ты там квестики делал, да? Ну, заплати мне лям, так чисто, по-братски. Монету, по монете. Не люблю просить такую хуйню, но если есть монета, закинь там по монете. Так, с чё, берем водичку, берем 2 искры.
Подожди, у меня гренадер выполнился. Лол, я того типа в лесу либо взорвал, либо в общаге одного типа взорвал. Ха! Спасать! Роксон бой. Но я уже задонатил Джазами и Кергилу. Это не по мне. Нет, это по мне. Блять, там где-то ботовское ублюдище. Мешает мне. Я надеюсь, там типочек заземлился. Ми-ми. Пизда ебаная. Вот хули он дергался. Что это, ветка тупорылая. Крутану еще, надо, чтобы не спалил. Да остановись! Честно? Мне похуй. Его шлем втанчил! Блять, его шлем от М80 спас. О, боги. Как третий шлем М80 танчит? Ну просто, блять, рикошет ебаный. Пиздец, тип уже смерть трижды обманул. Мне бы так, можно? Нет, нельзя. Заебало, бля. В дерево попал. Хуйню какую-то попал. Мне один ебаный килл надо, блять, почему я не могу попасть? Их четверо в пате, кстати, было изначально. Их теперь трое. Я убил одного, против меня тройка, интересует? И у одного, походу, оптика где-то нашлась. Мы 20 минут дрочим этих типов, кстати. Что происходит? Ебля жопой происходит. Я наигрался в Тарков, ебал я в рот эту подставу. Блять, раньше на подставу надо было 15 киллов. У меня проблем не возникало. Сейчас надо... 8. Блять, люди все равно подставу не могут сделать. Как, блять, вы не можете сделать подставу? В общаге сел в кустах с дробашом возле входа на первый этаж. Взял ебаную красную картечь и раскуярил типа в ноги. Все. Тапки, ушанки 150к. В смысле, я их сегодня утром по 35 продавал. Блять, и головастики меня пошли искать, что ли? Какая же духота, когда в условиях дистанции есть, и это PvP-квест. Это пиздец. Да, он уже вперед нападал, пиздец. Мне его догонять теперь надо. Мне его надо в поле вокруг МЧС где-то подловить. Бля, ебаная челоботская свинья, нахуй, рот твой еба... А возьму-ка я Мосинку на ПУ прицеле. Ну так, чисто чтобы топ-тряска сейчас была. Роковая ошибка. Че, в арену, да, приятно играть. Система анлоков с кастомными пресетами и режим бомбы ништяк. Правда, под бомбу карты говна. Самая норм карта это порт. А вертолет, как оно там, стадион не пробовал. Может быть, стадион тоже норм. Но, надеюсь, на стадионе убрали вышки в режиме бомбы. На стадионе бесили всегда, бесят только вышки. А метро такое себе. Но мне приятно в арену залететь, дейлики поделать. 1-2 Last Hero сыграть, 1-2 бомбу сыграть. Плюс, опять же, это довольно нехилая такая деньга для основного Таркова. Переводить 1.5 ляма в день, это вообще солидно. Бля, доставка едет. Заказ готов, доставка производится. Бля, его убрать походу надо. А ты ебанутый. Бля, ну мне с ручником надо килл делать и спускаться доставку забирать. Сейчас этот сратый прицел сыграет свою злую шутку. Блять, ну он чё, в траву лег, что ли? Блять, какой кринжовик. Он умер? Пиздец, все, мне надо за доставкой идти. Ну как там с деньгами? Да где он, блядь, в этой траве? Ну как там с деньгами? Похуй, растяжек в круг нахуярю. Пусть ебется.
Оно шевелится. Человек-трава. Какая же мне пизда потом будет от партизана. Я, блядь, ключ не мог найти минут 10, это пиздец. Он в недефолтном месте лежит. У меня 3 места, где может лежать ключ, и он не лежал в дефолтном месте. Переобулся и ушел работать в доставку. У меня еще 20 этаж, лифт медленный. Плюс, перед тем, как подняться, там женщина с коляской вышла, и, ну, я пошел, естественно, как мужчина, пошел, ей дверь открыл, подъезд, дверь подержал. Потом еще мужик, блядь, подскочил. У нас уже двери лифта закрываются, уже готовы ехать. Мужик, блядь, подлетает, сука, расталкивает всех. Вписывается нахуй своей складкой, блядь, ебаной жировой. Ебало курьера представили. Но я ему $2. Скики? Ой, $2. 2 лари чаевых накинул за ожидание. Вот это чай. А я чё, по-твоему, нахуй ему $100 должен был дать ещё отсосать за то, что он просто 5 минут АФКшил, в телефон залипал? Естественно. Так, ну хоть один квест сделал. О, заебись, мне и пить не надо. В смысле, долго себя высушивать не надо будет. А, подожди, там 5, и у меня убит один по условию. Охуеть. Блин, у меня развязки, в принципе, так-то уже многовато становится. Берег. Бля, ну я что-то хочу еще лесок сходить. Ты принципиально ласт издание не покупаешь? Ну и принципиально, ну и плюс, а зачем мне его покупать? Я и это издание купил только из-за того, что, ну, оно склад сразу максимально дает. Что, я не в Тетрис по полчаса играю, а в рейды хожу. А где я, нахуй? Мины. Это Юсековка, что ли, рядом? А, это дом диких. Хуя меня закинуло просто в очко. 5 минут в дегидрации, время пошло. Может, я влягу в траву опять и просто покушаю, пока я в дегидрации провожу время. Борщик вкусный, да. Еще, блядь, за такие деньги он был невкусный. Хотя тут бывает такое в Грузии. Заплатишь, не знаю, лари 30 за блюдо, а тебе просто сопли нахуй в тарелке приносят. Бля, мне что, флайновый сервер, что ли? Что-то какие-то АФКшные леса пошли. Давай, давай, блядь. Соси эту бутылочку до дна. Спасибо, что размыло. Давай, давай, проходи. Залупа. Где этот чипиздрикс? Пожилой чипинкос. Не двигается. Надо двигать. Ой, дурочка. Шел бы себе дальше. Ты доебался. Ну найс, блядь, тут были. А где чел, который тут был? Хуй просы. Ебать, грязная хуйня, мыло не взяла. Просто проигнорировал мыло. Вот это черт. Надо его по этому, по запаху, по воне искать, короче. Бегает уже челобоцкая свинота. Найс, телепортик. Вы видели, он с ящика упал вот сюда, а потом просто тэпнулся левее. Удалил нахуй Тиндер, ебись оно в рот. Но вообще я к Тиндеру понял, отношусь так. На отъебись. Вечерком перед сном лайки зарефрешились. Зашел. Без остановки за 1 минуту 50 свайпов вправо ебанул. И закрыл. Блин, наверное, надо сменить локацию. Причем капитально. Бля, на берег без еды идти — такая ошибка. Это такая ошибка — идти на берег без еды. Так, это что, на деревне заспаунило? Если да, то это замечательно. Потому что мне надо на коттеджах труп пометить. Да, пиздец, погодка, конечно, ночная. А партизан всех ебашит. Краузер, партизану похуй. Меня тоже сегодня партизан ебнул. Причем выстрелом. Я на тамоге через забор перелез. Меня партизан пизданул. Просто за миллисекунду. Блять, а как спрятаться? От СВшки достаточно ствол принести? Странно, ствол — это модуль, это не механизм. Но я не знал. Лично я не знал. Так, давай, мне плата нужна одна. Так, не выебывается, не выебываться, не выебываться. Еще одна попытка, давай, мне надо плата. Сейчас будет еще одна попытка. Пожалуйста, без выебонов.
просто даешь мне плату и все. Сучка. Тварь! Нахуя дудосить? Все, ха-ха, конец бедной жизни, нахуй. Охуй. Я, кстати, ни в одном вайпе ни разу не находил этот ключ. Всегда приходилось его за миллиарды покупать, либо в открытую дверь щемиться. Охуенно, тут не пройти. Вот это уже какая-то пиздобольская история пошла. Хуесосина ебаная. Это пиздобол. Я не верю. Я не верю, что он увидел меня. Я не верю. Мне похуй, это пиздобол. Мне похую, вообще мне похуй. А на радарчике своем ебаном увидел вот эту вот, что у меня айтем за 800к и пришел меня ебашить сразу же. Капец, конечно, ливень какой идет. Здравствуй тебе, сука! Да уже спрашивали, очень страшно. Не бей, пожалуйста. Найс, рассинхрончик. Чиназис, блять. Благо, хоть спауны не самые ублюдские дает. Но это пиздец. Мне кажется, я дал ему сквозь дерево шишечку. Мне вот прям очень сильно кажется. Блин, а ведь я типочка походу реально вшатал. Он что-то вообще там ни звука не издает. Да, реально скукожился. Маленький. Это был Дигл тоже? Я думал, это Мосинка была. Тип ни звука не издает. Сучка, ботов моих пиздит. Умри, пожалуйста. Ладно, я съебаю, наверное, санки. Где-то там на окраинах наковыряем, я думаю, трех ботов. Три квеста закроем. Короче, ясно, ботов в этом рейде не будет, я на вот. Все для тебя. Я знаю, кстати, где боты могут быть. Только тут один опездал был всего лишь. Ха-ха-ха. Смотрите, у меня в Таркове 522 тысячи. Ага. Бам. 1.5 ляма. Я две катки сыграл. Мало того, что АИМ потренил и флики, так еще и, блять, получил награду. Арена это пиздец, это изи бабки. Каждый день просто 1.5 ляма. Можешь переводить себе. Спасибо, ребят, за просмотр. Всем богатырям, которые досидели до этого момента, которые и Тарков посмотрели спокойно, начали на расслабоне и Дельту. Отдельная благодарность, низкий поклон. Счастья, здоровья и благополучия. Всем доброй ночи и до завтра.